встречается с подростками, которые попали в исправительные учреждения, Владимир Минеев не впервые. В декабре прошлого года спортсмен провел беседу с несовершеннолетними преступниками, обвиняемыми и подозреваемыми. А в этот раз он провел и мастер-класс, на котором показал, как правильно выполнять силовые упражнения. Спорт, по мнению российского кикбоксера, воспитывает силу духа и помогает ставить правильные цели, что особенно важно в подростковом возрасте. С культурой блатной романтики Владимир Минеев знаком хорошо, ведь его детство пришлось на лихие 90-е. Спортсмен мог и сам встать на скользкую дорожку, но силу направил на упорные тренировки, поэтому ребят он прекрасно понимает и старается помочь. Во многих из них я вижу себя. Такие же парни с какого-то неблагополучного района. Ну, так получилось, что около них оказались просто не те люди, не те товарищи, которым они доверились. Кто-то сделал правильный выбор, кто-то кому-то не очень повезло. Но мы же для того и люди, чтобы помогать друг другу. Владимир Минеев считает, что главное – не нарушать закон снова после освобождения. Также спортсмен поделился историей своей жизни с несовершеннолетними, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными и ответил на интересующие их вопросы. Он планирует и в будущем проводить подобные мероприятия с ребятами. Юлия Адамова, Улправда ТВ.